В эфире программа «Знак качества». И сейчас мы начнем с того места, которое было однозначно одобрено не только рязанцами, гостями города, но и известной телевизионной программой «Ревизорро». Поехали! Мы отправились со своей проверкой на качество в «Аквоклуб» в центре Рязани, на территории которого круглый год царит лето. Честно говоря, я была в «Аквоклубе Акапулько» на вечеринках в обычные дни, а вот на анимационную программу отправлюсь впервые. Сейчас мы увидим, как она проходит. Каждый час по воскресеньям для детей и взрослых здесь начинается анимационная программа с конкурсами, призами и сюрпризами. В этот раз дети упражнялись в умении танцевать лимбо, проходя как можно ниже под натянутой лентой, совершали большие заплывы для того, чтобы собрать и принести на берег воображаемые сокровища, играли в городки и выполняли массу других заданий, с которыми справиться могли даже самые юные участники. Победителями стали все. Меня зовут Даша, мне очень понравился конкурс. Конкурсы? Да. А что тебе именно в них понравилось? Когда мы ходили за шариками. Что самое сложное в конкурсах? Ты в них принимаешь участие? Да, всегда. Сложное то, что ты под конец устаешь, и бывает, что ты останавливаешься и не доходишь до конца. Так что вы чувствуете, когда ваши чада бегают, прыгают, танцуют? Радость за них, радость и удовлетворение того, что ребенок радуется. Ну, поддерживаем, конечно, и болеем тоже. Многие из гостей давно знают об анимационных программах, которые проводятся в Акапулько. Приезжают сюда специально из Тулы, из Луховиц и Коломны. Здесь организован настоящий семейный отдых. Для каждого найдется занятие по душе. И пока дети веселятся и получают заряд позитива, родители умиляются. В это время они могут спокойно посидеть в джакузи. Мы приехали из Тулы сюда специально покататься, покупаться. Здесь замечательно, очень понравилось. Да. А недалеко из Тулы-то? Нет. А нам хорошо вместе. Оно того стоит. Да. Расскажи, ты первый раз здесь или уже была? Я, наверное, 50 какой-то раз здесь. Можно отдохнуть в любую погоду. Насладиться водой, теплом. Между тем мы отправились на экскурсию по Акапулько, чтобы увидеть, что здесь есть для каждого из отдыхающих. Хамам – известная турецкая баня. Здесь очень приятно греться на теплом мраморе. И пар работает над вашей кожей и совсем не мешает дышать. Хамам – замечательно. Что вам там понравилось? Нам понравилось все такое... гладкая, мягкая, теплая. Другой вариант – финская сауна, которая усиливает метаболические процессы в организме. И, конечно, русская баня. В традиционной бане микроклимат оказывает положительное влияние на весь организм, но особо заметно влияние горячего пара на нервную систему. Отлично, настроение прекрасное. Приедем еще раз к вам. Мы из Коломны, мы не местные ваши. После посещения любой из парилок можно окунуться в ледяную купель или попасть под ведро с водой. И, конечно, любимый всеми большой бассейн. Не только взрослые, но и дети облюбовали это место. Ведь для тех, кто еще не умеет плавать или не уверенно чувствует себя в воде, есть жилеты и нарукавники. Но родителям все равно нужно быть бдительными и присматривать за детьми. Ведь вода – это место повышенной опасности. Из большого бассейна можно попасть в закрытый грот с течением или забраться на водную горку, чтобы с новым настроением оказаться в воде. Просто супер! Она закручивает. Замечательно, я вся промокла, но довольна. Для детей здесь существует отдельная зона. В отличие от взрослого бассейна, в котором поддерживается температура воды 28 градусов, в маленьком теплее 32, как на море. Горки, фонтанчики и детская глубина. Это дает радость юному поколению и спокойствие родителям. Так что по итогам экскурсии становится ясно, что здесь комфортно наслаждаться отдыхом всей семьей. Ко всему прочему, в акваклубе «Акапулько» для взрослых организованы занятия по акваэробике. Бассейн большой, поэтому всем спортсменам комфортно здесь тренироваться. Занятия под водой являются хорошей альтернативой обычной аэробике. За счет дополнительного сопротивления усиливается результат. Более того, происходит массажный и лимфодренажный эффект. Занимаюсь акваэробикой, можно сказать, с момента основания, уже 7 лет в этом здании. Очень мне все нравится, особенно наш тренер Светлана. Замечательный тренер, заниматься с ней одно удовольствие. Что касается качества воды, она проходит 3 ступени очистки, а уровень
ПН/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 ПН
семей, студентов, пенсионеров действует постоянная скидка 40% на любой тариф. Кроме того, на сайте Акапулько появляются предложения со скидками до 80%. За этим остается следить в интернете. Именинники в течение недели могут купаться здесь бесплатно. Более того, акваклуб занимается и благотворительной деятельностью. Акваклуб Акапулько сотрудничает с Рыбновским интернатом и Рязанским домом малютки. Детки имеют возможность бесплатно купаться. Проведя в Акапулько целый день, мы убедились, что здесь действительно уютно, чисто и тепло. Также оценили это место и представители программы «Ревизорро». Ольга Романовская приехала в Акапулько весной 2016 года вечером под закрытие и держала в тонусе весь персонал до последнего момента съемок. А знаете, что я нашла на дне вашего бассейна? Наклеечку «Ревизорро». Так что проверенный пляж, ресторан с демократичной кухней, горки, джакузи и теплая вода – все это в центре Рязани на улице Маяковского, 1А. И обладать настолько качественным отдыхом может любой искатель гармонии или приключений. Выбирать вам! Развитие детского спорта в Рязани набирает обороты. Любовь к здоровому образу жизни наследуется от родителей, которые все больше проводят времени в спортзалах. А появление новых спорткомплексов дает возможность тренироваться. Одним из спортивных центров, который не имеет аналогов в регионе, стал «Арена Атрон». Спортивный комплекс «Арена Атрон» сертифицирован и состоит во Всероссийском реестре объектов спорта, что подтверждает его безопасность для спортсменов и зрителей, дает преимущество при определении места проведения значимых спортивных мероприятий, позволяет получить достоверную информацию о спорткомплексе и повышает его имидж. Он изначально строился для футбола, и потом получилось так, что художественная гимнастика еще присоединилась. Для них вообще идеальные условия здесь. «Арена Атрон» был введен в эксплуатацию осенью 2016 года. И за это время здесь прошли центральные матчи в рамках первенства России по мини-футболу среди команд высшей лиги конференции «Запад». «Эликс Фаворит» принимал здесь команды, уже большое количество команд, в том числе такие фавориты, как «Дина», «Спартак». С Москвы, в первую очередь, с Московской области, с Рязанской области приезжал большое количество зрителей было, особенно на игру со «Спартаком». Конечно, это была знаковая игра, самая главная игра в сезоне. Здесь же прошли игры чемпионата России по футзалу среди мужских команд Суперлиги с участием рязанской команды «Езиды». Команда «Езиды» у нас успешно здесь выступала. Они показали высокий уровень, то есть они готовы выступать на международном уровне. Значит, они готовы здесь принимать у нас и международные клубы остальные. То есть будем ждать испанцев, итальянцев. В «Арене Атрон» состоялся и чемпионат Рязанской области по мини-футболу, а также прошли традиционные всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Кубок Светланы Лебедевой». Участие в турнире приняли более 400 спортсменок из 15 субъектов Российской Федерации. Среди них Москва, Рязань, Удмуртия, Башкирия, Калуга и другие города. География меняется, и участники меняются, кто-то уже вырастает из возраста, появляются новые у нас гости. Но то, что глобально изменилось, то, что мы, наконец, вот в таком прекрасном спортивном сооружении. Главным образом, детям и взрослым этот спортивный комплекс подарила группа компании «Атрон». Ее президент Дмитрий Малахов сам выступает за рязанскую команду по мини-футболу. Принимаем участие во всех турнирах, которые проводятся на территории Рязанской области. Выезжаем в Москву, играем в футбол, защищаем честь Рязанской области. Выезжаем на международные соревнования, защищаем честь Рязанской области. И практически во всех соревнованиях занимаем призовые места, так что более чем достойно выглядим. А совсем недавно в спортивном комплексе «Арена Атрон» завершился второй международный турнир детской футбольной школы «Юниор». За выход в следующий этап, который состоится осенью в Казани, ребята боролись на протяжении 3 дней. Самым юным участникам турнира сейчас всего 4 года. Для детей это очень значимое событие, потому что оно как бы дает задел на дальнейшую работу почти на целый год.
4 возрастных группах рязанским командам удалось занять хорошие позиции. Ребята 2010 года рождения получили первое место. Команды 2011 и 2008 годов рождения заняли вторые места. Еще две команды оказались на 4-й и 5-й позициях. Результаты говорят о том, что в Рязани ведется качественная подготовка спортсменов, и развитие футбольной школы «Юниор» продолжится на территории «Арена Атрон». С сентября мы открываем здесь филиал. Вот. И где-то с июня месяца, с июля начнем уже набор детей под этот филиал. Вот, это будет 4-й филиал в городе. Дети будут тренироваться на уникальном для Рязанского региона покрытии, в тех условиях, в которых соревнуются лучшие команды страны и их собственные родители. Я похож на папу, потому что я тоже вратарь, как папа. Он тоже вратарь. Отец Максима тренируется в «Арене Атрона» и часто приводит сюда сына. Я начал заниматься достаточно поздно, где-то, наверное, в классе в 6-7. Вот. Ну, как-то в то время у нас мало секций было. Сейчас, конечно, уровень другой, то есть и уровень подготовки, и тренеры, да, и инвентарь, и сама организация. Уникальность футбольной школы для самых маленьких в том, что дети попадают сюда с 3 лет. Тренеры признаются, что порой им бывает нелегко. Конечно, тяжело, то есть этот процесс не из легких, а именно то, что дюшки, да, команды принимают только детей там 7 лет, 8 лет. Мы же их берем с раннего детства. И результат не заставляет себя долго ждать. Спустя время дети становятся организованными и добиваются успехов. Дисциплина вообще поднялась, ну, вот, на какой-то другой уровень стал. То есть какой-то осознание того, то, что вот, ну, не только за себя там отвечаешь, еще за команду, как-то вот так появилось. То есть ребята уже с друг другом там, ну, как бы диалог такой ведут, то, что ты здесь не забил, а ты вот здесь забил. То есть, ну, как-то вот так. Сами ребята уже знают, что такое командный дух. И, получая диплом как лучший нападающий, юный рязанец говорит не о себе. Команда у нас хорошая, только чуть-чуть слаженности на этом турнире не хватило. Мы будем тренироваться больше и, надеюсь, в будущем мы добьемся больших результатов. В день закрытия турнира нам удалось пообщаться и с тульскими ребятами после того, как они одержали победу. Турнир очень хороший был. У меня много впечатлений. Хорошие команды против нас играли, но мы оказались сильнее. И мы хорошая команда очень, и другие. Я хочу сказать спасибо тренеру, команде, Ваньке и всем, кто участвовал в этом турнире. По итогам турнира командам-победителям были вручены кубки. Отличившиеся участники были номинированы на звание лучшего защитника, нападающего, бомбардира, вратаря и лучшего игрока турнира в своей возрастной группе. Дети, родители, организаторы и все присутствовавшие остались довольны. Я очень доволен. Для нас это большая честь, потому что городов, которые заявляли желание провести данное соревнование на своих площадках, было тоже немало. Но спорткомплекс «Атрон-Арена» за счет своей инфраструктуры и гостиничный комплекс, и с питанием, и непосредственно возможность по открытым, скажем так, в открытом помещении организовать параллельно две игры на двух замечательных площадках, это, конечно, упрощает проведение самого соревнования. Приятно, что Рязань может принимать подобные соревнования, ведь с появлением спорткомплексов происходит развитие и улучшается уровень наших команд. Я горд за нашу группу компаний, что она помогает много кому, и конкретно даже этот турнир. И здесь вот за зиму прошло много различных соревнований, в которых мы являлись и спонсорами, и различными другими помогали видами, вариантами, да, от предоставления призов до просто предоставления бесплатных залов. В скором времени в «Арене Атрон» состоится очередная порция интересных турниров. Спортивный комплекс откроет свои двери не только для футболистов и художественных гимнасток. Здесь планируется проведение турниров по боксу и смешанным единоборствам. Рязань открыта для активных людей и тех, кто хочет украшать и менять свою жизнь. Главное – забыть о лени и получать удовольствие от каждого дня. Я с вами прощаюсь. Занимайтесь спортом, находите время для хорошего отдыха. Будьте счастливы!